ничего не трогаем. Да, просто держите, да. Так. Так, все, пошла съемка. Тема сегодняшнего занятия. Тема сегодняшнего занятия. И это качалки. Как выполняются качалки? Это сгибание, разгибание колена. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Проверочно. Мы становимся на ножку, это поджимаем. И делаем эти движения на опорной ноге. Движение идет за счет опорной ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поменяли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. Теперь мы это движение накладываем на шаг соединения. Если делать приставной шаг, сейчас сразу вспоминаем, что нужно сделать вот такими руками, например. Так. И теперь я хочу сделать его более насыщенным. Я добавляю качалку на опорной этой ноге. Раз, два. Приставила очень быстро. Шаг, раз, два. Шаг, раз, два. В другую сторону. Шаг, раз, два. И шаг, раз, два. И шаг, раз, два. И шаг, раз, два. С полной скоростью. И дунду, 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 и дунду. Следующие это были удары в сторону. Это разгибание колена, да? И перенос веса. Раз. Поставили шаг стоит. Стоит, стоит, перенесли руки чуть вниз.